В Лебединовке, крупнейшем населенном пункте Чуйской области, за счет местного бюджета был построен и сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом из легкой конструкции. За моей спиной в этом доме долгожданное жилье получили работники жилищно-коммунального хозяйства «Тазалык». Семья Туратбека Асанбаева долгое время не имела своего угла. Ежемесячно работник местного «Тазалыка» вынужден был платить за съем жилья из месячной заработной платы. Так и жили, мечтая о своей квартире. Нелегко жить на квартире, особенно с детьми. К счастью, нам выделили двухкомнатные квартиры в этом светлом доме. Здесь есть вода, горячая и холодная, душ и туалет. Владельцы новых квартир оплачивают лишь за использование электроэнергии. Остальные коммунальные услуги оплачивают из местного бюджета. У меня 5 детей. До этого проживали на квартире. За аренду жилья платили немалую сумму. О такой квартире мы мечтали давно. И нам ее выделили за свой труд ЖКХ. Для наведения порядка на территории округа местная власть выделила земельный участок на окраине села Лебединовка. Здесь разместился парк спецтехники ЖКХ и строительство жилья для их работников. Средства ушло с местного бюджета 22 миллиона. Здесь по 2 комнаты, каждая квартира состоит из 55 квадратов. Ну, до этого мы для работников учителей мы построили 8 квартир, это 2 года назад. В тендере на строительство жилого объекта приняли участие несколько профильных компаний. Был выбран подрядчик, представивший наиболее приемлемый и безопасный для жилья проект легкой конструкции. Усим Кульбаев, Азамат Кадыртуктоев, Общественный первый канал, Чуйская область.